Добрый день, уважаемые зрители и гости моего канала, подписчики. Хотел бы с вами поговорить на такую тему. Можно ли верить судам в Украине, прокуратуре, даже тем же адвокатам? Считают, что в Украине нет и не было справедливого суда. Увы, и прокуратура, и суд, и адвокаты, им верить нельзя. Сейчас много дел, которых рассматривается в суде по добровольцам, атошникам. Мое мнение, я никому не верю. Не верю ни той стороне, ни той стороне. Даже в деле того Шеремета я не верю ни судьям, ни адвокату, ни прокурору, ни подсудимым, ни жертвам. Никому не верю. Так как в этом государстве, в котором управляется все олигархической системой, верить, за кого-то ручаться, за кого-то, так сказать, переживать, очень глупо, увы. Тут ложь на лже. И лжой погоняет, увы. Все обман, обман, обман. И нет этому никогда просвета. Я не знаю, и будет или не будет. Но верить, увы, никому нельзя. Из-за этого я никого не поддерживаю. И ни за кого не ручаюсь. Ни за ту сторону, ни за ту. Это хотел выразить такую свою мысль. Спасибо за внимание. Высказывайте свое мнение, подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. До новых встреч на моем канале. Еще раз с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым 2020.